2000 год. Да. Путин спрашивает Клинтона, как Америка отнесется к тому, если Россия вступит в НАТО, если Россию возьмут в НАТО. Была такая сдержанная была реакция, как рассказывал сам Владимир Путин, после чего было расширение НАТО на восток, и в целом посчитали у нас, что это и есть ответ на эту, скажем так, на этот запрос. Но он же хотел вступить в НАТО, а как же вы вступите, если не будет расширения НАТО? Я так понимаю, что они о чем-то не договорились, в любом случае, верно? Вот скажите мне, вы НАТО же изначально видите, создавалось. Как Клинтон договорился с Моникой, значит, если с кем-то договорился, с кем-то не договорился. Нельзя же со всеми договориться. Скажите, Россия Познер хочет со всеми договориться, вот, не да. получится. Россия в НАТО, это было бы реально? При Путине не думаю. А зачем он спрашивал тогда? При ком-то другом все может быть. А зачем он спрашивал тогда? Ну вот видите, как все время как-то хотите со мной поговорить, как с Путиным. Нет. У вас очень много, смотрите, у вас очень много вопросов к Путину, которые вы задаете человеку, которому вы как-то... Мыслителю, Евгений. Вы же наверняка мыслите об этом. Да. Либо сейчас можете поразмыслить, понимаете? Да. Зачем это было сделано тогда? Понимал ли Путин тогда, что будет отказ, и он просто хотел проведать как бы, почву, что, какая как будет реакция на это? Как, да. Ну, насколько я понимаю, НАТО, ну, это организация, у нее есть уставные документы, и там определенные правила. И многие страны, отнюдь не являющиеся врагами НАТО или претендующими на мировое господство, они стоят в долгой очереди. Они исправляют там разные вещи, включая, по-моему, даже качество питьевой воды в кране. Вот. Я думаю, что если бы мы пошли по пути качества питьевой воды, вот, да, то, может быть, можно было бы обсудить этот вопрос. Как вы думаете, тот, скажем так, отказ, вообще, можно ли это назвать отказом или что это? То это не могло? Так вот обидело... Могло это обидеть? Тогда так сильно нет. Вы знаете, чтобы так сильно... Вот чтобы так сильно обижаться, это надо очень долго просидеть в Кремле, когда вот все познеры вам целуют ноги, говорят, что вы великий, что вы царь всея вселенной. И это надо очень долго, чтобы тебя убеждали еженедневно, ежесекундно, ну, полной исключительности величия и святости, и сакральности, и так далее. И если лет 20 убеждать, то вот потом, если какой-нибудь Клинтон как-то интеллигентно даже интеллигентно откажет, вот уже потом можно обидеться. Потому что, ну, ты представляешь, что это мне отказать. Я не понял. Это все.